План по борьбе с загрязнением воздуха разрабатывают в правительстве Бурятии. Чиновники будут опираться на исследования экспертов из Санкт-Петербурга. Основные направления – бездымное топливо и реконструкция сетей для перехода на электроотопление. Сроки реализации пока не называют. Какие еще новости принес этот день, узнаем в ближайшие полчаса. Мармандес, здравствуйте. В эфире «Восточный экспресс», в студии Лариса Еренцеева. И начинаем. Дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле. Новые подозреваемые по делу Жамбалова. Что ждет тех, кто покрывал политика? Нами направлена бюджетная заявка в правительство Республики Бурятия на увеличение финансирования. Учителям пересчитают зарплаты. Кого ждет финансовая прибавка? Мы немножко расстроились, потому что мы вообще хотели всех победить. Юные профессионалы. Бывает и такое, как школьники из Бурятии показали себя на всероссийском конкурсе. Теперь обо всем более подробно. И начнем с того, что на свидетелей по делу Баира Жамбалова завели уголовные дела. Трех человек подозревают в заведомо ложных показаниях. Речь идет о товарищах бывшего политика, которые были с ним в день смертельного ДТП в Батурино. Баир Цириндаржиев в ходе судебного разбирательства заявлял, что за рулем автомобиля находился Галуз Пелосян. Предприниматель подтверждал эти слова. А Сергей Хунгеев, хоть и говорил, что спал и плохо помнит события того дня, тоже поддерживал версию об отсутствии Жамбалова за рулем. По данным следствия, трое попутчиков депутата, ехавших с ним с рыбалки в ходе предварительного следствия и судебных заседаний по уголовному делу, дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них даже пытался взять вину Жамбалова на себя. Судом данные показания оценены критически, как несоответствующие действительности. Пока по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Правда, наказание по предъявленной статье невысокое. Штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест до 3 месяцев. Отметим, о возможном уголовном деле в отношении сына Баира Жамбалова пока неизвестно. Александр Жамбалов – сотрудник силовых структур, а потому этим должны заниматься военно-следственные органы. Сам же политик уже 2 месяц отбывает наказание в колонии поселения номер 3. Она находится на окраине Улан-Удэ. Помним, его приговорили к 6 годам заключения. К 5 годам тюрьмы приговорили бывшего председателя правления Байкалбанка. За мошенничество его признали виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере. В июне 2015 года экс-руководитель банка незаконно распорядился драгоценным металлом одного из вкладчиков. Речь о 78 килограммах золота. Их хранили на обезличенном металлическом счете. Похищенное имущество, конвертированное в денежные средства, переведено на счет подконтрольный руководителю банка коммерческой организации и впоследствии направлено на погашение просроченной задолженности заемщиков, улучшение нормативных показателей банка. Ущерб от преступления составил 162 миллиона рублей. Суд назначил виновному 5 лет исправительной колонии общего режима и на 2 года лишил подсудимого права занимать должности в коммерческих организациях. Добавлю, приговор в законную силу пока не вступил. И к другим темам. Учителям Бурятии пообещали пересмотреть зарплату. Педагоги нескольких районных школ обратились с жалобой в нашу редакцию, а затем и к президенту страны. И вот вопрос сдвинулся с мертвой точки, рассказывает Саржана Мардыгеева. Имея почетное звание почетного работника, полную нагрузку, получая зарплату даже ниже, чем технический работник. Так как наполняемость в старших классах у нас очень маленькая. Бить тревогу учителя Тарбагатайской и Прибайкальской школ начали в октябре. С их слов, новую систему начисления ввели с Нового года. Очевидно, ждали изменений. Последней каплей стали сентябрьские квитки. На них суммы почти вдвое меньше, чем 3 года назад. Сначала решились обратиться к главе республики. Учителя стали увольняться. Уважаемый Алексей Самбуевич, просим принять меры по разрешению данной проблемы. Следующим шагом стало обращение к президенту страны. Мы, представители педагогических коллективов районных школ Бурятии, обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разобраться, почему зарплата учителей уменьшается с каждым годом. Реакция, наконец, последовала. Сегодня в правительстве заявили о выделении 104 миллионов рублей на перерасчет зарплаты учителям. Но произведут его только тем, у кого нагрузка осталась прежней, а начисления уменьшились. Решение приняли на совещании при главе республики. Учителей к президенту Российской Федерации узнали из социальных сетей. В связи с тем, что в некоторых учреждениях произошел отток учеников, в связи с этим уменьшился фонд оплаты труда. Нами направлена бюджетная заявка в правительство Республики Бурятия на увеличение финансирования по зарплате
председательского состава. Она будет рассмотрена на декабрьской сессии. Деньги переведут на счета муниципалитетов. От них адрес на каждому учителю. Сделать это должны до конца года. В целом систему оплаты учителям пересматривать не собираются. Перерасчет сделают за счет изменения коэффициента выравнивания. Из 104 миллионов только половина пойдет на прибавку жалующимся педагогам. Остальное добавят тем школам, где количество учеников и учителей, наоборот, увеличилось. Сумма выделена из расчета на 4 месяца, то есть за первую и вторую четверти. Саржан Амирдыгеева, Саюна Бухаева, Батыр Холматов, телекомпания «Аригус». Не только учителя недовольны размером своей зарплаты. О необходимости ее повышения заговорили и в Народном хурале. Из-за серьезной текучки кадров депутаты готовы поставить ребром вопрос благосостояния служащих своего аппарата. Продолжит Артемий Ушаков. В прошлом году Хурал не повысил зарплаты служащим своего аппарата. Вместе с ростом инфляции растет число открытых вакансий. Ценные, но низкооплачиваемые специалисты побежали искать работу за пределами депутатской вотчины. У нас ведущий специалист первой категории сегодня 17-20 тысяч рублей. Но это зарплата не отвечает, наверное, требованиям уже сегодняшнего времени абсолютно. В Совете Народного Хурала отмечают, из-за низкой зарплаты те же секретари комитетов держатся в среднем год. Почти половина этого времени уходит на их обучение. Смотрят на зарплату, уходят и все заново. Когда поднимается зарплата в бюджетной сфере, то и это ориентир для и зарплат в целом. Поэтому здесь, конечно, вопрос уже давно назрел, надо его решать. Если поднимать зарплату, тогда не только специалистам из Хурала. До серьезной текучки доэкономили и в правительстве, а это уже чревато серьезными сбоями в управлении республикой. Министры без министерств пользы еще никому не приносили. Специалисты – это солдаты, которые делают. Если текучка, то какая работа может быть? Какой? По водителям тоже так. Раньше в гараж невозможно было устроиться водителем, очередность была. А сейчас там кто нас возит, Бог его знал. Но зато механик гаража на Ауди ездит, значит. Четыре бухгалтеров там наплодили, значит. Основная идея – не искать дополнительные деньги, а сократить число управленцев. Но такие вопросы с кондачка не решаются. Соберут круглый стол, посмотрят на фактическую занятость, выберут слабое звено. Начнут, похоже, именно с гаража, а то наберут по объявлению. 22 тысячи получает водителя. Увольняется. Надо посмотреть. Значит, две ветви власти водителя возят. День и ночь иногда работают. Командировки и так далее. Вопрос повышения зарплат пообещали утрясти в ближайшее время. Если получится, работать на площади снова станет престижно. Артемий Шаков, Валерий Чедопов, телекомпания «Аригус». Мать шестерых детей поставят на особый контроль в соцслужбах и полиции. Очередную проблемную семью обнаружили в рамках проекта телеканала «Аригус» семейный контролер. Женщина вела аморальный образ жизни. Дети проживали в антисанитарии и холоде. На учет социальной службы мать не вставала и до сих пор не получила свидетельства о многодетности. Младшему ребенку нет и года, но это не мешает хозяйке квартиры вести праздный образ жизни. Просто так получилось, что я просто психанула, что меня отключили свет и все. Главное, интересно, это опека не приезжала, когда вот я родила, могли приехать просто посмотреть, да, что шестого ребенка родила, одна живу. А они в тот момент, когда свет отключили, нифига нет продуктов. Ну, вообще, очень удивительно, что у вас их не забрали, так как вы были в алкогольном опьянении еще. До переезда семья состояла на учете в Улан-Удэ. Троих детей уже забирали в реабилитационный центр. Сейчас поставили на контроль и в районе. Если женщина встанет на путь исправления, проверять перестанут. В обратном случае детей заберут. Спасли 7 человек. Полицейские из Джидинского района предотвратили крупный пожар. Патрульные ГИБДД во время ночной смены заметили возгорание в одном из домов села Петропавловка. Вывели на улицу жильцов и вместе с хозяином успели потушить огонь до приезда пожарных. О других событиях коротко далее в дайджесте новостей. Студенты из Улан-Удэ поймали на мошенничестве с продажей дров. Он делал объявления в сети, намеренно занижал цену и брал предоплату с клиентов. Возбуждены уголовные дела. Холодную воду отключат на 50 улицах в железнодорожном районе. В ночь с 15 на 16 ноября там проведут аварийно-восстановительные работы. Шкатулку храбрости соберут для детей с онкологическими заболеваниями. Участников благотворительной акции предупреждают, запрещены плюшевые, стеклянные, керамические, острые игрушки с мелкими деталями. Горожане могут оставлять подарки в дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ. Денежный привет из прошлого обнаружили во время капитального ремонта в одном из домов по улице Ленина. Кто-то спрятал в электрощитке 50 рублей купюрами образца 1961 года.
Лучшим признали скакуна из Бурятии на международной конной выставке. Жюри виртуальной выставки аборигенных пород впечатлил жеребец Хурдана из Иравнинского района. Его также удостоили звания вице-чемпиона мероприятия. Движемся дальше и смотрите во второй части выпуска. Жильцов нет, а дом есть. Почему никто не демонтирует опасный объект, интересовался дежурный по городу. Самая большая и самая современная, какой будет, новая школа на Бурводе. Проект посмотрела Ольга Арцунукаева. Чье имя будут помнить долгие годы сотрудники пожарно-спасательной части номер 2, выяснял Чингис Ихунаев. Твой ход, пешеход, о том, какие правила дорожного движения знают дети и что новое им сегодня рассказали, выясняла Александра Фишева. Строительство новой школы на автотранспортной вышло на финишную прямую. До окончания работ осталось несколько недель, но потенциал учебного заведения впечатляет уже сейчас. Почему она может претендовать на звание «Лучшей в республике»? Масштабы объекта оценила Ольга Арсунукаева. В некоторых помещениях остались последние штрихи. В других уголках школы идет активная работа. Отопление частично запустили, например, в учебных блоках. Их, к слову, будет 4. За парты одновременно сядут почти 1300 школьников. Учитывая, что смен будет 2, обучаться в новой школе смогут больше 2500 учеников всего Левобережья. Площадь школы больше 20 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей. Школа состоит из 7 блоков – 4 учебных и 3 общешкольных. Строительство идет по НАСПроекту «Образование». Я сейчас нахожусь в будущем актовом зале. По размерам он не уступает некоторым театрам города. И это еще не все, чем удивляет школа. В здании будет находиться 2 бассейна, 3 спортивных зала, зал для хореографии и многое другое. Сегодня, завтра это витражи заканчиваете? Да. Завтра сидим, заканчиваем. Субботу, воскресенье, тепло запускаете. Бассейн и спортзал. Бассейн находится в подъезде. Нагреем, 2-3 дня нагреем. Строительные работы закончатся к концу года, но до начала обучения еще несколько месяцев. Впереди бумажная работа. Это получение лицензии, переезд, комплектование классов, комплектование педагогического коллектива. Оборудование у нас закуплено. Я еще уверен, что эта школа будет не только самой большой в городе, современно оборудованной, но и станет одной из лучших школ в России. Чем ближе открытие, тем актуальнее вопрос комплектации классов и педагогов. Принято решение о переводе учащихся из переполненной 8-й школы. Школа номер 8 на Толстихина полностью будет отдана 44-й школе. И у нас уже в течение 2 лет осуществляется подвоз из школы 44 в 9-ю школу, потому что здесь, на Левобережье, нет школ. Строительство этого объекта позволит разгрузить все школы, которые есть. Обеспечили школу и транспортной доступностью. Построили дорогу длиной 400 метров. Тротуар, ограждение, разметка – все по стандартам. Кроме этого, был сделан такой транспортный узел с целью исключения ДТП на улице автотранспортной. Был установлен светофор, было выполнено уширение. Все было сделано для безопасного перехода дороги, магистральной дороги, детям. Скорее всего, о полной боевой готовности школу рапортуют к началу следующего учебного года. Но не исключают, что двери для воспитанников может распахнуть и в середине весны. Ольга Арсунукаева, Александр Тайбинов, телекомпания «Оригус». Пройти по пешеходной дорожке и остаться в живых. На одной из улиц города кирпичи и шифер летят прямо с неба. Задача прохожих – увернуться и не получить травму. Что происходит на улице Пищевой, 42? И когда это опасное место исчезнет с карты города, выяснял наш дежурный. Пищевая, 42. Здесь находится аварийный дом. Жильцов давно расселили, а вот сам барак пока никто сносить не собирается. Скажите, пожалуйста, а вы что делаете? Жил, говорит, здесь. А, вы жили здесь? Да, да, да. И что, разбираете? Не, почему? Ключи свои забрал. А вы что тут делаете? А ведь буквально за 5 минут до этого мы слышали, как в доме работали строительными инструментами. Доски и шифер аккуратно складировали прямо здесь, на дороге. И явно сейчас эти люди сидят и ждут, пока мы уйдем из дома, чтобы забрать добытое. Разбирает это молодые люди какие-то, скидывают шифер. А если пойдет ребенок и попадет ребенку по голове, или какую-нибудь бабушку с дедушкой захлестнет,
Почему не огораживают дом и либо его не разбирают? Вчера позвонили в администрацию города, они сказали, что они ждут на выделение денег, чтобы поставить забор. Здесь нету, бессмысленно ставить забор, его разберут также. И украдут эти доски, как вот это они скидывают все. То, что дом уже начали разбирать, нет ничего удивительного. Цены на дрова и стройматериалы, можно сказать, заоблачные. Однако такая экономия может выйти боком. И пока здесь никто не пострадал, зададим вопрос ответственным лицам. Как выяснилось, с демонтажом этого дома все не так просто. Расселять его начали еще год назад. Завершить должны были до 31 мая. Однако, со слов бывших жителей, из 27 квартир 3 до сих пор не расселили. Люди выехали, но нового жилья у них якобы нет. Разбирать они его не дают из-за этого, то, что здесь 3 муниципальных квартиры. Пока им не дадут жилье, эти квартиры, этот дом разбираться не будет. Это вам так сказали? В администрации вчера позвонили, в администрацию сказали, я не вообще сказали, это пищевая 42, нас задолбало. Почему эти 3 муниципальные квартиры не расселяют? Потому что им предлагают такое же жилье, как здесь, еще хуже. Где? На мясокомбинате на Анахойской улице. Когда демонтируют дом и что предложили взамен, непонятно. В администрации города ответы на эти вопросы сегодня так и не дали. Поэтому не исключено, что опасный объект все-таки будет снесен силами местных старателей. Главное только, чтобы обошлось без жертв. По городу дежурили. Евгения Жирового, Александр Тайбинов, телекомпания «Оригус». Умные камеры появятся на дорогах Улан-Удэ. Они помогут скорректировать работу светофоров и разгрузить проблемные участки. Проект называется «Интеллектуальная транспортная система». Монтаж новых камер уже начался. Авторы проекта выбрали самые загруженные участки городских дорог, например, в сотых кварталах. Суть работы заключается в следующем. Прибор фиксирует автомобильную пробку и передает сигнал диспетчерам. Те, в свою очередь, перенастраивают работу светофоров, увеличивая время движения в одну сторону и сокращая в другую. До конца этого года 14 светофоров начнут регулировать движение по-новому. Также установят и контроллеры, и детекторы подсчета машин. Всего планируется модернизировать около 80 светофоров. И мы еще вернемся к этой теме подробнее в следующих выпусках. Ну а школьникам тем временем напоминают правила дорожного движения. Сегодня Улан-Удэ присоединился к всероссийской акции «Твой ход, пешеход». Наезд на детей – наиболее частый вид ДТП в столице Бурятии. За год 120 аварий с участием несовершеннолетних. 4 ребенка погибли. На одном из уроков побывала Александра Фишева. За этот год только в Улан-Удэ произошло больше 40 дорожных происшествий с детьми. Сбивают даже на пешеходных переходах. Таких случаев уже более 10. Специалисты уверяют, изменить ситуацию может профилактика. Сегодня детям в игровой форме рассказали о том, как работают дорожные знаки, в том числе и знак пешеходного перехода. Напомнили и то, как правильно переходить дорогу. И также рассказали о работе светофора для пешехода и для водителей. Для детских садов это и начальной школы это театрализованное представление. У нас фея Биби, также хулиганчик, ураганчик, мальчик. Для них более удобно, более понятно. Ну а для средних классов более серьезно, как бы уже основа правил дорожного движения, знаки. И самая основная тема – это безопасность пешеходов. Для старших программа сложнее. Ребятам рассказали о важности светоотражающих элементов. Затронули даже физику. Объяснили, как преломляется свет. Проверили и быстроту реакции. Здесь простая задача – просто поймать палочку. Я сегодня узнала, что надо не... Если увидел машины по бокам... На дороге и стоять посередине нельзя. Пожелаю, чтобы они слушали своих родителей и соблюдали правила дорожного движения. Потому что это зависит от их жизни. Например, светоотражатели. Я думала, что они никак не важны, что и так видно. А нам объяснили, что они очень важны. Что если тебя не увидят, то можешь лишиться жизни. В какой-то мере от них тоже зависит жизнь человека. Эта акция проходит практически по всем регионам России. И в большинстве регионов эта акция проходит в заочном формате, в дистанционном формате. У нас это прошло в очном формате. В акции участвуют 50 школ, около 30 детских садов. Это более 3000 детей со всей республики. Подобные мероприятия планируют проводить каждый год. Александра Фишева, Данил Жарко, телекомпания «Оригус». Строгий начальник, хороший наставник и настоящий товарищ. В пожарно-спасательной части номер 2 открыли мемориальную доску в памяти об Иване Козулине. Он всю свою жизнь был предан пожарному делу и смог осуществить свою мечту. История человека в нашем следующем сюжете.
Иван Козулин родился в селе Аргада в Баргузинском районе в многодетной семье. Пока воевал отец, мать воспитывала семерых детей. Будущий пожарный сначала служил на Тихоокеанском флоте, после армии поработал слесарем-сборщиком на Иркутском радиозаводе. Собирался устроиться на авиазавод в Улан-Удэ, но судьба распорядилась по-другому. Иван Акумович, безусловно, относился к той славной категории наших ветеранов, которые стояли у истоков развития, создания и развития пожарной охраны на территории Республики Бурятия. Всю свою жизнь он посвятил пожарной охране. Сегодня мы открываем мемориальную плиту нашему другу, наставнику, учителю. Вся его жизнь и моя жизнь прошла в тесном контакте. Все это время он всегда мне помогал, подсказывал, иногда и ругал, бронил. Ну, не только меня, у него много учеников. Я считал всегда, что таких людей должна Родина помнить. Иван Козулин пришел рядовым в первую пожарную часть по охране авиационного завода. Курс молодого бойца прошел всего за 4 дня, хотя у многих на это уходит месяц. За 5 лет службы получил награду «Лучший работник пожарной охраны МВД СССР». Тушил не только бытовые, но и промышленные пожары на мелькомбинате, Шаузском комбикормзаводе и в городском лескомбинате. Но один очаг Иван Козулин с трепетом берег – домашний. Папка действительно был замечательный. В его жизни было, наверное, две мечты. Одна мечта – это семья и любовь, а другая – работа. И в той, и в другой он реализовался полностью. И вот данное событие тому подтверждение. Он был во всем до конца. Талантливым, ответственным. Ну, наверное, таких сейчас нет. Или, скорее всего, наверное, таких просто очень мало. После выхода на пенсию еще 6 лет возглавлял пожарный поезд на железной дороге. После этого работал оперативным дежурным в спасательной службе и успел занять должность начальника пожарной части номер 56. С 2011 года работал директором музея пожарной охраны и гражданской обороны республики. Кстати, этот музей открыт в его день рождения. Иван Козулин ушел из жизни в 80 лет. Чингис Хунай, Даниил Жарко, телекомпания «Аригус». Школьники Бурятии победили во всероссийском чемпионате WorldSkills. Он проходил в течение 3 дней в Уфе. Представители республики уже 4-й год подряд в числе призеров. Подробности далее. Делегация из республики Бурятия! Петя учится в 10 классе. В свои 16 он уже определился с выбором профессии и планирует стать системным администратором. По этой же компетенции с напарником участвовал в конкурсе WorldSkills Россия. Они должны были решить задачу за 12 часов. У нас была такая как бы легенда, что мы настраиваем сеть в таком неком офисе. Нам нужно там развернуть определенные технологии. Также у нас был отдельный модуль по устранению неисправностей как бы в сети. Ну, конечно, мы немножко расстроились, потому что мы вообще хотели всех победить. Ребята уступили соперникам из Москвы. Разрыв между первым и вторым местом всего 6 баллов. Другие наши юниоры поделили серебро с ребятами из Санкт-Петербурга. Они себя показали на 101%. Понятное дело, что психологически маленькие испугались, потому что там куча народу ходит, школьники ходят, мешают там. Потом другие отвлекают. Они в самом начале разогнались хорошо, не хватило больше такой психологической подготовки. Избавиться от волнения помогает постоянная практика. Руководители говорят, школьникам нужно чаще выезжать на конкурсы в другие регионы. Немаловажную роль играет и современное оборудование, на котором тренируются будущие специалисты. Сначала прошли в регионах отбор, потом из этого отбора лучшие поехали на чемпионат России. И среди лучших вы занимаете лидирующие места. Это круто. Вы молодцы. Всего в чемпионате состязались более 1500 школьников со всей страны. Копилку Бурятии также пополнил Михаил Степанов. Он завоевал бронзу в производственной сборке изделий авиатехники. Кристину Ершову и Савиля Тарабарка наградили медальоном за профессионализм. Елизавета Рябова, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус». Книга рекордов Гиннесса отмечает день рождения. За 66 лет существования в ней фиксировались самые разные достижения, от безумных до незамысловатых и безобидных. Отметились в ней и жители Улан-Удэ. Наш корреспондент вышел на улицы города, чтобы найти своего рекордсмена. Книга рекордов Гиннесса отмечает 66 лет. В честь этого мы нашли 5 самых простых рекордов. Вот они. Давайте вы выберете один. Съесть как можно больше желе палочками для еды. Покушаем. Скажи, вкусно желе? Нормально. За минуту. Ну а так вкусно, наверное? Ну, что такое сойдет? Что делаешь ты лучше всего? Я умею завязывать обувь намного быстрее, чем многие люди. А то есть быстрее, чем вы завяжете. Да? Раз, два, три. Смотрите. Все, то есть плотно. Плотненько? А потом просто так, ну? Это отец научил.
Написать алфавит на телефоне или планшете на скорость. ОПР. У. П. Ф. Х. Ц. Ч. Щ. Давайте проверим. У меня есть тоже алфавит. Так, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И и кратко К, Л, М, Н. О. Выпить бутылку воды как можно быстрее. Как только я скажу старт, ты пьешь ее как можно быстрее. Раз, два, три. 11 секунд. Долго? Не, ну смотри, рекорд поставили там 1 секунда 75 миллисекунд. Нет, это невозможно. Скажи, а в чем ты бы смог точно поставить рекорд? Ну, я могу пожать килограмм 200. Напечатать смс из 25 слов на телефоне с закрытыми глазами. Репортаж. Нет, кунг-фу. Думаю, телефон. Набор букв. А в чем бы вы могли поставить рекорд? Количество сна. Можно и 3 дня проспать без перерыва. Я, наверное, могу долгое время прыгать на скакалке без остановки. Последний раз было 250 раз. Задержать дыхание на время. Давай. Раз, два, два, три. Молодец. В чем вы считаете, вы могли бы поставить рекорд? Ну, не знаю даже. Что ж, и на этом у меня все. О новых событиях в новых выпусках. Оставайтесь с нами. До свидания. ПРТ.